Больше половины российских студентов уверены, они будут работать после окончания вуза по специальности. При этом каждый пятый получает высшее образование по настоянию родителей. Такие данные привели накануне на съезде Молодой гвардии «Единой России». Доклад появился по итогам российской студенческой недели. Она, напомню, прошла в октябре. Более 10 тысяч человек в почти 100 вузах страны, в 27 регионах занимались анализом своей жизни, учебы, своих идей, своих инициатив и сформировали такой большой комплексный доклад всесторонний, который отражает бытовые условия, который отражает проблемы студенчества сегодня, который содержит инициативу по решению тех или иных проблем, который говорит о качестве образования, который говорит о нарушении прав и так далее, так далее, так далее. И составили некий план действий российского студенчества 2016-2017, по которому агентство студенческих коммуникаций «Кампус» будет реализовывать этот план и решать проблемы.